Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, говорит и показывает Лоподом. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. И сегодня я хочу рассказать об очень интересном романе, настоящем открытии за последнее время. Это один из самых интересных текстов в форме классического романа, который я прочитал. Елена Минкина-Тайчер, «Эффект Рибиндера», издательство «Время». Я рад, что в нашем издательстве вышла эта книга. Она очень легла мне на душу. «Эффект Рибиндера» — это название для романа в жанре семейной саги чудовищное. Вы понимаете, автор очень хотел, на мой взгляд, дистанцироваться от того потока мутной так называемой женской прозы, которую еще называют семейным чтением почему-то, хотя он не имеет, наверное, никакого отношения к семейным ценностям, дистанцироваться от так называемой легкой литературы. Потому что роман под заголовок имеет собрание пестрых глав, такое, состоящий из отдельных рассказов, состоящий из историй, каждая из которых отдельно сюжетно несколько закончена, рассказывает историю нескольких поколений двух семейств, переплетающихся судеб, встреч, разлук, любовных историй каких-то, да, происходящих на всем протяжении 20 века, от начала, скажем так, советской эпохи, да, после революционных лет, до третьей волны эмиграции, четвертой волны, не знаю, выделяется ли она в отдельное явление, да, до начала 21 века. Итак, несколько поколений. Семья Катениных в центре романа. Это тот самый пушкинский Катенин, который, значит, его наследники продолжают как бы такую линию. Надо сказать, в романе очень много спрятано всего. Когда вы будете читать, первое, что вам захочется сделать, это разобраться в хитросплетении сюжета и взаимоотношениях героев, поскольку все-таки семейная сага – это семейная сага. Второе, вы поймете, что каждый рассказ имеет двойное, а то и тройное дно. Понимаете, в хорошей прозе она всегда играет оттенками. Она всегда начинает рассказывать сразу много историй. Одна из этих историй – это такой легкий пушкинский флёр, да? Какие-то такие аллюзии, непонятно к чему конкретно. Собственно, об эпохе Александра Сергеевича здесь не так много сказано. Упоминается, что это те самые Катенины, и все. Но, вот эта романтика, она присутствует во многих образах. И самое главное, точно так же, романтика построения нового общества, советского человека, да? Романтика музыки, как такого особого мира, которому можно приобщиться, да, и которое становится твоим миром собственным, твоей жизнью, да. Здесь очень много различных плоскостей, в которых протекает повествование. Теперь еще раз о названии. А что такое эффект Рибиндера? Слава богу, есть эпиграф, который нам объясняет. Рибиндера эффект – многократное падение прочности твердого тела, облегчение деформации и разрушения вследствие обратимого воздействия среды. Существенную роль играет реальная структура тела. Большая советская энциклопедия. Из этого эпиграфа, собственно говоря, при беговом прочтении ничего не понятно. Так вот, когда берут пластинку из металла, допустим, из цинка, и многократно ее сгибают. Кто изучал, вспоминаем сопромат. Подвергают различным нагрузкам. Пластинка гнется, да, но не деформируется. И когда на нее капают катализатор, допустим, ртуть, ну, я не силен в химии, на самом деле, могут быть другие элементы, катализатор при небольшом контакте с собственным металлом, да, производит следующий эффект. Пластинка раз и ломается. Это эффект Рибиндера. Сам профессор Рибиндер, преподаватель в МГУ, химик, да, ученый, он присутствует в романе как один из второстепенных персонажей. То есть понятно, откуда это взялось, да? Но помимо этого, это прекрасная метафора человеческой жизни. Потому что все те воздействия, а здесь испытания страшные, готовлены на, в общем-то, выпадут на долю и героев. Тут будут и страницы о ГУЛАГе, будут страницы об эмиграции, естественно, там тоже не фунт изюма. Здесь будут страницы о, собственно говоря, разбитых надеждах, да, например, гибель молодой жены. Ну, я не буду пересказывать, это очень запутанная история. Здесь будут страницы о предательстве, здесь будут страницы о том, как меняется человек с годами и что с ним происходит. Вот именно тот ключевой момент, который меняет всю твою жизнь, это и есть эффект Рибиндера. Ты подвергаешься многократно различным воздействиям со стороны людей, обстоятельств, образования, своих вкусов. Что угодно с тобой происходит. Да, здесь есть и послевоенный Ленинград, здесь есть и хрущевская эпоха, и брежневский застой. Здесь есть самые разные
пласты времени. И самое удивительное, что Минкен и Тэтчер удалось передать их вкус в каких-то крохотных детальках между строчек. Можно выловить массу блох, вплоть до того, когда именно была введена или отменена та или иная школьная форма, когда было введено совместное обучение мальчиков и девочек, да, послевоенную эпоху. Но это все не имеет значения. Главное, переданный вкус времени. Мне кажется, это очень важно для такой прозы, для серьезной прозы, которая, опять же, дистанцируется от легкого чтива. И одна из важных тем этой книги, очень серьезная, которая ложится на душу и тоже хочет, призывает к размышлению, да, помимо увлекательности, потому что там даже становится просто банально интересно, а чем все кончится, потому что очень здорово закручены истории, да, судьбы людей. Это тема измены. Потому что там главный герой, музыкант Левушка, один из главных героев, он совершенно очаровательная личность, да, при этом страшный бабник. И, собственно, такое сочетание, оно неудивительно в литературном персонаже, много раз встречается. Но как это подано, да, с какими акцентами, как это влияет на судьбы других персонажей? Обычно такие судьбы в романной прозе отдают некой трескотнёй, как в бильярде, да, когда шары сталкиваются, и от этих столкновений рождается движение другого шара, тот ударяется в третий и так далее. То есть вот как человек своим поступком, да, меняет судьбы других персонажей, других людей. Здесь иначе. Здесь скорее химия жизни. Здесь то, как протекают реакции душевные, как меняются чувства, как ощущения. Это очень здорово написано. В лучших местах это напоминает большую русскую прозу. Потому что здесь не стоит приводить сравнения, это действительно так. И этот роман стал для меня открытием. Со всеми его серьезными темами, со всей его сюжетной увлекательностью. Ну, в общем-то, и с его названием. Собственно, может быть, оно и хорошо. Запомнится, по крайней мере, на полке не спутаешь ни с чем. Эффект Рибиндера. Такое не забыть. Читайте, наслаждайтесь. Елена Минкина-Тайчер. Эффект Рибиндера. Издательство «Время».